Актуальний в ефірі Рудани. Я Анна Павкова. Про актуальне сьогодні говоримо з народним депутатом України Костянтином Павловим. Він в нашій студії. Вітаю. Добрий день. Початок весни, холодної погоди, але гарячі у сенсі політичних подій. Ви в їхньому епіцентрі, під куполом, якщо жарти про це ще умісні. Перше питання, ваша думка, чим викликано от загострення різноманітних питань, навіть давніх тем, в тому числі у Верховній Раді? Ну, знаєте, я думаю, що шутки все-таки умісні завжди. Ну а если говорить серьезно, то покажите мне, пожалуйста, людей, которые сегодня наблюдают те события, которые происходят в Верховной Раде, удерживают себя от желания покрутить у виска. Бытуют такие шутки среди людей, что начинается то весеннее, то осеннее обострение. А вообще, если говорить о реалиях пленарной недели, вы наверняка слышали неоднократно риторику, что касается возможных перевыборов и парламента, и всех направлений. Пахне весною, пахне виборами вже декілька місяців. Говорять про це політологи, говорять соціологи, різні думки. Ваша позиція яка? Будуть? Знаете, я знаком з рядом соціальних исследований, і показатель, скажем так, желания проведения перевиборов центральной власти и уровень доверия ей находится, уровень желания перевыборов порядка 70% и выше, а доверие центральной власти порядка 5%. Такого высокого показателя желания смести эту власть и такого низкого показателя уровня доверия, я думаю, что за последние годы такого еще не было. Что касается нас, то мы готовы идти на досрочные выборы, перевыборы, парламентские, любого вида, мы считаем, что чем раньше это произойдет, тем будет лучше. Ну, дивлячись з гучних заяв різного роду з трибуни Верховної Ради, передвиборча кампанія така перманентна, вона вже все ж таки розпочалася. Це бачать городяни навіть далекі. Я думаю, что и в риторике она пошла, затем ее попытались понизить градус, поскольку все прекрасно понимают, что ныне действующая власть будет делать все возможное для того, чтобы удержаться в своих креслах и как можно позже провести перевыборы. Ну, как минимум это в период, который должен быть по закону. А вообще они, конечно же, не заинтересованы в том, чтобы оставить свои насиженные кресла. Розглядаються різні сценарії. Конечно, так, конечно. В числі військовий стан. Повернемося до гучних подій, за якими слідкують на екранах, обговорюють цей серіал всі. Цитата. Знищити бойовими гранатами дві ложі, урядову і посадову, мінометами обрушити купол і добивати автоматами тих, хто залишиться в живих. Це цитата з публічного обвинувачення генерального прокурора Луценка. Заява про теракт, історія, яку чули всі. Головна роль в ньому героя України Надії Савченко. Ваша думка, що це було? Чем это закончится? Вы знаете, скажем, мне достаточно сложно комментировать такие официальные выступления и обвинения. Но вообще, если говорить конкретно, то мы видели яркий пример того, что будет с тем человеком, невзирая на то, что он народный депутат, герой Украины, что может произойти, если человек четко идет против системы. Ведь ныне действующая власть построила четкую вертикаль контрольно-силовых ведомств, когда руководители ведомств МВД, СБУ, прокуратуры назначают политические силы. Вообще, я думаю, что такие выпады и такие официальные заявления, громкие заявления с трибуны парламента и на средствах массовой информации, это вообще больше похоже на плохо срежиссированный голливудский сценарий. Я считаю, что это просто попытка отвлечь людей от реальной ситуации в стране, кинуть какую-то затравку для того, чтобы люди отвлеклись от той ситуации, в которой они сегодня находятся, от той нищете, в которой они оказались. Про ситуацию. Курс валют, Нацбанк. За гучними оцими серіальними історіями, можливо, які знайдуть підтвердження і будемо слідкувати за розвитком у суді, на дальній план відходять дуже важливі і цікаві для аналізу речі. Приміром, довгоочікувана відставка Валерії Гонтаревої. Ви підтримали, проголосували. Чого чекати від нового керівництва? Бо курс валюти і інфляційні процеси – це насамперед те, що хвилює городян. Давайте вспомним тот период в 2014 году, когда госпожа Гонтарева была назначена главой Национального банка Украины. До этого правящая коалиция сняла ответственность Национального банка за стабільність і за уровень курсу національної валюти. Якщо можна питання, у звіті про роботу Валерія Гонтарєва заявила про те, що Нацбанк не відповідає за гривню і девальвацію. Хоча юристи дуже багато про це пишуть і стверджують, що є 99-та стаття Конституції, де чітко написано, що Нацбанк таки відповідає за курс гривні. Тут є якась то, що касається факту нарушення статей Конституції, не тільки касаємо Національного банку, а прежде всего по защиті прав і свобод чоловіка,
то для нас с вами же ничего этого уже нового нет. Что касается фактически ответственности за курс Национальным банком Украины, то, как я уже сказал, что эта ответственность была снята. То, что госпожа Гонтарева 10 месяцев не появлялась до момента вынесения в зал парламента вопроса о ее увольнении, уже свидетельствует о том, что 10 месяцев ей было абсолютно все равно на то, в каком состоянии будет экономика Украины. Об этом и говорит, скажем так, уничтожение фактически, по-другому это нельзя назвать, порядка 100 банков. Это система кредитования, в которой люди брали кредиты. Это, скажем так, финансирование из государственного бюджета на улучшение финансовой стабильности того или иного банка. Ведь эти деньги тоже вканули в лето вместе с ними. Економічні питання зрозуміло. Децентралізація. Уряд чимало говорить про успіхи цього процесу. Ваша сила, ви в тому числі, останнім часом дуже часто критикуєте цей процес. От буквально сьогодні зранку натрапила вкотре усі національні канали, впроваджують в своєму ефірі соціальний ролик, якщо бачили, про родину, децентралізацію. Там є такий вислів, наприкінці спитаю свого мера, питаємо у народного депутата від міста, що конкретно дає, чому критикуєте. Ми виступали і, скажімо так, основное направление концепции было разработано на усиление финансовых полномочий территориальных громад, а не на усиление их производственно-технических и хозяйственных полномочий. Ну, так что говорить про цифры? Если говорить по Кривому Рогу, то не надо кривить душой. Да, город Кривой Рог получил в 2017 году плюсом, согласно той децентрализации, которая есть, порядка 740 миллионов гривен. Так, но при этом, для того, чтобы финансировать те программы, в том числе и социальные программы, которые раньше финансировала государственный бюджет, город потратил 969 миллионов. То есть из города заведомо дополнительно было изъято 230 миллионов на те программы, которые ранее несли ответственность государственное учреждение. Это касается в том числе и льготного проезда. Казалось бы, что тут там ветеран или пенсионер, или чернобылец, или афганец проедет в троллейбусе. А на всякий случай, по, скажем так, плановым показателям, которые ожидаются, для города льготный проезд льготных категорий, то, что раньше финансировалось государством, составляет 115 миллионов. И это только льготный проезд. Еще к слову о децентрализации. Мы неоднократно слышали об успехах тех реформ, которые проводятся нынешним правительством на территории Украины. Но какой же может быть, допустим, колоссальные успехи, если даже для патрульных машин «Приусов» Toyota, которая работает на территории города Кривого Рога, город вынужден находить финансовый ресурс для приобретения 40 высоковольтных аккумуляторных батарей. Якщо порівняти з таким простим, зрозумілим прикладом, як підвищують заробітну плату, вимагають підвищення або обіцяють підвищення в межах заробітного фонду, так? Конечно. І тоді керівництво просто знімає премії, залишається така ж сама, але підлеглі колеги питають, де зарплата підвищена. Ви абсолютно праві. Хороший примір фінансування в минувшому році системи здравоохранення. Ведь изначально бюджет був прийнят з недофінансуванням 30%. И из этого 25% это именно фонд заработной платы, который вы только что упомянули. Главные врачи уже начали составлять списки на увольнение персонала. Я хотел бы здесь сделать один акцент. Главные врачи начали работу в этом направлении по, скажем так, упорядочению штатного расписания не на основании чьих-то указаний на местах, а на основании приказа Министерства здравоохранения Украины, который возглавляет сегодня Лиана Супрун. Согласно их распоряжений и их защищенных цифр в структуре бюджета, они изначально планировали, что будет недофинансирование территорий и городов, где находится система здравоохранения. Город выполняет на все 100% свои обязательства по финансированию, на 100% профинансированы жилищно-коммунальные услуги, это касается и отопления, и освещения, и обеспечения водой, и канализацией, и системы здравоохранения. Это все то, что раньше лежало в зоне ответственности государственного бюджета и Министерства здравоохранения вместе с Министерством финансов. Проблема охраны здоровья, она тема для окремої програми, і нараз ми з вами зустрічалися на цьому тижні, плануємо розглядати цю тему і в ракурсі. Оптимізація – слово гарне, якщо ми його чуємо, а скорочення – це вже зовсім інше. Днями передано на баланс, якщо правильно так говорити, так, Кривому Рогу окрема кількість
закладів охорони здоров'я, що це дає місту? Більше відповідальність треба, більше фінансів, бо для чималої кількості городян взагалі несподіванка, коли вони дізнаються, що лікарні обласні. Певним чином чимала кількість. Ну, смотрите, до недавнего времени, получается, медицинские учреждения вторичной системы медицины находились и пока еще находятся на балансе, ну, до момента фактической передачи в юридическом формате, находятся на балансе области. При этом финансирование через систему получения субвенции из государственного бюджета, хотя она не в полном объеме, проходит через городской бюджет. Город передает финансовый ресурс на областные, фактически де-факто, структуры, но при этом не может в дальнейшем влиять ни на увеличение качества медицинских услуг, ни на работу главного врача этого учреждения. Да, вы абсолютно правы, что при передаче на местный бюджет, на городской бюджет системы вторичной медицины, это определенная доля ответственности. Но в то же время это и возможность влиять на те процессы, которые позволят улучшить качество обслуживания медицинского населения. Это касается и ремонтов, и реконструкции, и обеспечения оборудования. Но, безусловно, города не справятся сами без помощи и областного, и государственного бюджета, плюс при помощи там, иностранных институций, которые готовы финансировать медучреждения, в том числе и в рамках грантовых программ. Что я будет с амбулаториями? Чимало городян, там районы, где уже работают и уже звикли вони до цих провинок. Вопросов к работе амбулаторий несколько меньше, чем к работе вторичной медицине. В городе Кривом Роге на сегодняшний день функционирует 38 амбулаторий. Это те, которые находятся максимально приближенно к населению нашего города. Более того, город ведет активную работу в части сотрудничества с международными инвестициями, в части с Мировым банком. В рамках сотрудничества с этим банком планируется открыть 10 амбулаторий в городе Кривом Роге. Город Кривой Рог заранее и в максимально сжатые сроки и самый первый по области разработал проектно-сметную документацию и провел экспертизу в части возможности максимально ускоренного процесса финансирования этих реконструкций и открытия амбулаторий для приближения медицинских услуг населению Кривого Рога. Про співпрацю з іноземними партнерами ще поговоримо. Питання, ви сказали про оплату комунальних послуг у лікарень, так? Якщо говорити про оплату комунальних послуг мешканцям міста, то це питання, яке вже питанням не повертається язик назвати. Проблема, дилема, нарив, в народі кажуть ще гірше. Цифри у платіжках відверто жахають. Что можно с этим делать? Что пропонует ваша сила? Я неоднократно говорил, что цифры в платежках за коммунальные услуги вообще больше правильно назвать геноцидом украинского народа. И тем не менее их потребно сплачивать. Знаете, я неоднократно работал в бюджетном комитете, в государственном бюджете, что касается направления компенсации разницы в тарифах предприятиям жилищно-коммунальной сферы. Просто для этого необходимо желание что-то сделать для людей. Когда мы плотно работали в этом направлении, в рамках этой программы компенсации разницы в тарифах, в течение нескольких дней, нескольких лет тарифы не поднимались. А сейчас, к сожалению, в угоду договорников, можно так сказать, с Международным валютным фондом, або зобов'язань взятих. Ну, можно называть по-разному, только итог, к сожалению, будет один и тот же. Если не так давно, буквально несколько месяцев назад, говорили, что никакое повышение цены на газ не будет, то сейчас уже осторожненько, так кулуарно, а иногда намеками начинают говорить представители правящей коалиции довольно в отношении того, что все-таки, того, что все-таки будет повышение цены на газ. Вспомните, как они в конце прошлого года начали бравурно рапортовать, что государственная акционерная компания «Накнефтегаз» стала прибыльной, там, по-моему, от 20 миллиардов и выше составила их прибыль. А что такое прибыль государственной компании «Накнефтегаз»? Это наши с вами деньги, которые мы заплатили им за газ. Ведь на скважине себестоимость добытого украинского газа составляет порядка 1400-1500 гривен за 1000 кубов. А по какой цене мы покупаем его сейчас у государственных структур? Ведь, в принципе, облгазы, там, Криворожгаз, это является просто транзитная структура, которая доставляет газ до потребителя.
А цена устанавливается Кабинетом министров. Вернее, если быть точнее, это комиссия НКРЕКП, которая работает под патронатом Кабінету міністрів України. От дивіться, пане Костянтине, нагальність економічних питань, вона не викликає сумнівів і неодноразово лунає від представників, очільників, опозиціонерів у парламенті. Можна згадати там останній виступ Олександра Вілкула з трибуни. Реакція на ці виступи, вона доволі несподівано буває. Коли ми говоримо про те, що необхідно повищати соціальну захисту людей, необхідно розвивати і підтримувати нашу економіку, необхідно пересматривати економічну частину соглашення з Європейським Союзом в частині того, щоб збільшити квоти на поставку на ринок Європи наших товарів. Взамен этого с трибуны парламента нам начинают угрожать физической расправой, рассказывать, что мы пятая колонна Кремля. Можно кричать... Манипуляции уже стали звичной справой. К сожалению, вы правы, манипуляции стали нормой жизни. При этом многие браво кричат о патриотизме, при этом продолжают отжимать земельные участки и урожай у фермеров. И есть масса примеров таким действиям со стороны, в том числе и представителям правящей коалиции. Только учитывая то, что силовые блоки возглавляют представители политических сил, они понимают, что на сегодняшний день они находятся, скажем так, в какой-то безнаказанности. Но я думаю, что рано или поздно, после проведения выборов, после того, как люди изменят власть в нашей стране, все равно рано или поздно ответственность будет неизбежно. Дуже мало часу залишається у нас до кінця ефіру. Хотілося б на позитивній ноті завершити. Одна з ваших останніх ініціатив, як народного депутата, створення інституту третього віку, університету третього віку. Так? До слова, читала окремі нарікання у Фейсбук на рахунок того, що така ініціатива не нова. Якщо можна ремарку з цього приводу. Я і не говорив ніколи, що я придумав цю ідею і так далі. Ведь на основании положения Министерства социальной политики эта тема была поднята еще в 2011 году. В какой-то степени в разных территориальных центрах, в разных городах, в разных областях это как-то происходило, какие-то локально предметы, какие-то там были организованы, какие-то курсы и так далее. Я предложил сделать масштабный проект. Потому что, когда я общаюсь и с этой категорией населения в том числе, которая 60 лет и старше, я чувствую, насколько они, будучи в таком почетном возрасте, насколько они интересуются жизнью, насколько они занимают активную жизненную позицию, в том числе, кстати, и в политике. И им не хватает того общения, которого они лишены, к сожалению, из-за того, что они сегодня находятся на пенсии. Як журналіст, я була на першому дзвонику на цьому університеті, знаю, що був аншлаг, і аншлаг триває, бо не може не задати останнє питання, яке лунає від усіх знайомих 60+, через знайомих, чи буде ще набір? Як довго триватиме цей проєкт? Бо бажаючих насправді чимало. Ми розуміємо, що місця обмежені там і кількості тієї ж комп'ютерної техніки викладачами, але ж чи скільки? Звісно ж, є моменти і, скажімо, в відсутності оргтехніки в такому об'ємі, яким є востребованість. Є нюанси в отношении можливості розміщення їх в територіальних центрах. Но, тем не менее, в этом вопросе работаем. Мы будем работать на том, чтобы иметь, скажем так, создать возможность по увеличению количества слушателей на этом курсе. И следующий курс-набор у нас планируется провести с 1 сентября. Да, это важно. И, да, это очень важно. Мы отвечаем, когда люди, в том числе и на улице ко мне подходили, ну когда же, ну где же можно записаться, мы не смогли попасть в этот набор. Да, действительно, количество желающих действительно намного больше, чем возможность сейчас вместить по всем 8 территориальным центрам на территории нашего города тех людей, которые хотели бы стать слушателями университета третьего возраста. Но мы в этом плане будем работать. Я точно понимаю, что учитывая тот энтузиазм, в котором в этом участвуют в том числе и ребята молодые, студенты, которые являются выпускниками. В роли выкладачей. Да, в роли преподавателей, той же компьютерной грамотности. Я думаю, что у нас получится развивать этот університет третього возрасту і далі. Головне, що ініціатива знайшла відгуки. Це була програма «Актуальна». Я Анна Павлова. Гостем нашої студії був народний депутат України Костянтин Павлов.